Я знаю, что ждали. Я знаю, что ждали. Перед кем вы оправдываетесь? Я все про вас знаю. Я... Эдуардо Перетьяно! Добро пожаловать в новую серию. И кто не знает, чем закончилась предыдущая серия, это жесть. Я нашел секретный проход в этом доме, где раньше жил Валера, вот тут. И я еще туда без вас не заходил. Я даже не знаю, что там будет. Но я выясню, я всех расскажу. Я узнаю, что Валера хранил в своем вот этом подвале. Что за тайны он прятал. Вот именно. Это собака. Ай, собака горит! Неужели до сих пор тут есть кто-то, кто не верит, что я настоящий детектив, а? Ну давай я тебе докажу то, что я детектив, и я знаю все твои секреты. Спорим, у тебя в жизни 100% такое происходило, то что ты в школе получал или получала двойку и не хотела палиться перед мамой? Мама говорила, покажи дневник, а ты не показывал ей дневник, потому что не хотел звездюлей ремнем по сраке получать. Было такое? Знаю, что было. Конечно, у всех такое было, и у меня в детстве такое было. Спорим, то что хоть раз в жизни у тебя такое было, то что ты хотел пукнуть, а случайно какнул. Это, конечно, не смешно, но мне кажется, у всех такое в жизни. Это печально, когда такое происходит, печально. Но спорим, у тебя было такое. Ты до сих пор не веришь, что я настоящий детектив? Ну ладно. Давайте мы выясним, что же хранил Валера в этом подвале, потому что мне страшно. Я вот до сюда дошел, дальше я вообще еще не шел. Ладно. Валера. Откуда сейчас бомж узнал, что... Ну, ладно, не важно. Ядрить колоть... Ядрить колотить! Вот... А чё за арсенал? Чё за бронька? Чё... Все... Бабло! 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 Нет, бабла нет, мать. Зато оружие есть оружие. Дробаш, калаш, пистолет. Чё, пистолет-пулемет. Кто вообще тут Валера был? А? Так, а что? Ёперес, опять зашел в этот проклятый сундук. Откуда я пароль могу узнать? Как с него выйти сейчас? А, вот, что, не буду я тут... А кто пароль знает? Странно, странно. Ладно, а может бомжар этот знает? Так, я сюда еще вернусь. Так, ладно, надо бомжара найти. Может бомжара знает пароль. Бомжара! Ты тут, собака? Не ходи, сутулая! Я понимаю, что он еще с прошлой серии пропал. Я что-то говорил про свое привидение. Потом пришел, чтобы спросить у него, но он испарился куда-то. Хоть жил тут пол своей жизни. Может, он все... Да нет. Может, он умер тут где-то? Да нет. Бомжара! Иди сюда, я бутылку тебе новую принес. Самогона. Алло? Не слышно. Чё, мать твою, горькая такая... Сигара моя в этой серии. Ёпер, это... А что? Надо было другую брать, не с вкусом перца чили, ты дебил кусок. Непонятно. Короче, ладно. Охренеть! Ой, охренеть. Чё, за дичь? Вы это тоже видели? Чё за приблуда на меня там тырится? Непонятная, лысая. Это сигарет на меня так влияет? Вы это тоже видите, или я только это вижу? Посмотрите, зубастик там стоит с монобровью, что-то ни хрена не было. Так, так ты можешь перестанешь на меня пялиться, а не... Не, да? Понятно, ладно. Я так не хочу.
Пойдемте разберемся. Йохан. Так, кто тут у нас живет в этом доме? Непонятно. В архиве что-то написано у нас. Дом, так, как это, улица Кондушкина, дом 228. Дом сдается, сдается. А кому сдается? А кому сдается, не написано. Хреновый какой-то архив. Ладно, будем сейчас сами разгребать. Здорово! Открываете? Здорово! Слышишь, кто там? Я не понял, кто звонит дверь, а не понял. Алло, алло! Дверь откройте, пожалуйста. Слышь, псина, я тебе сейчас выйду, подадаю, а ну хватит тикать на свою тикалку, а ну перестань, я тебе говорю. Друг, открой, пожалуйста, брат, открой, я в гости пришел. Слышь, ты брат, какой я тебе брат, а ну пошел отсюда, это мой дом. Ты мне не брат уже. Разрешите представиться, детектив Эдуардо Перетяна, ёб вашу мать, открывайте дверь. Ой, здравствуйте, да, детектив, здравствуйте, извините, пожалуйста, я правда вас не узнал, слава, смысле, слава детективам. В смысле не узнал, я пришел, ты на меня уже свою тарантайку тут разъявил, говорю, чтобы я псина пошел отсюда, ты чё тут бородатый вообще? Ой, братан, прости, я тебя перепутал, говорю со своим соседом, такой говнюк, я тебе говорю, прости, пожалуйста, мамой клянусь, больше не буду. Короче, я если чё... Тоже твой новый сосед, я недавно переехал, уже с бомжом одним. Знал вот этого бомжа, который там тусовался, вы с ним знакомы? Да, это вообще какой-то непонятный чувак, вообще не знаю. А куда он пропал, не знаешь, случайно? Ой, слушай, я вообще не знаю, я тут живу просто, понимаешь, работаю, вот. Работаешь, а давно тут живешь, дружок, брат, как тебя можно называть, как тебя зовут вообще? С меня зовут Ашот. А что, реально, мама имя тебе Ашот дала? Ашот же... Ашот. Ты, вообще-то это великое имя. Ты не русский. Я не спорю. А, то есть ты русский у нас получается, да? Почти. А наполовину русский. Да, наполовину русский, говоришь. Слушай, а шашлыки не хочешь меня забахать случайно? За дружбу, за знакомство? Я ж знаю... Слышишь, я таким не занимаюсь, шашлыки это не моё. А чем ты занимаешься? Слышишь, мамой клянусь, я такого таким не занимаюсь. Слышишь, у тебя другой сигары нет, а то у меня жжется как-то очень сильно, не могу просто. Дай сигару. Не, слышишь, я зазоришь, я такой, я не употребляю, не курю, вообще не пью, хороший человек. Что, реально? Можно я войду? Тут холодно как-то на улице, в февраль как-никак. Да, конечно, братан, заходи, спасибо, заходи. Спасибо. Тут разуваться или можно так проходить, неважно. Да, может и так проходить, да, тут спасибо, все чисто. Да, я и не хотел разуваться, на самом деле, просто тебя так. А, в общем, короче, сосед мой, да, получается, как, не куришь, не пьешь, вообще тихий, спокойный. Вообще, я порядочный человек, говорю, по всем законам жизни живу. Ты смотри, я тут как бы приехал, если я тут, мать вашу, гульки какие-то буду слышать, то что там, звездюлей навешаю всем, понимаешь? Я тебе говорю, мамой клянусь, мамой, понимаешь, мамой клянусь. Раз мамой, то у меня вообще претензий нет, мама это святое, мама это святое. Мама это святой отец, я с тобой согласен в этом. Святой отец? Ну, короче, ладно, не важно. Так, у меня такой вопрос, брат, братишка. Как, я могу тебя братом назвать или как бы... Да, хоть вообще, называй меня хоть мама. Суть в том, ты чё на меня собака пялился со второго этажа? Я до дома шел, ты меня пялился, что такое, я не могу понять. Вот чем. Ничего я не пялился, я просто смотрел в окно, что ты на меня вообще, это я, алло. 5 минут мне в глаза смотрел, говоришь, что ты не пялился, как так? Да я просто завис, понимаешь, я лагаю иногда. А, ну хорошо. Ну, раз я уже попал к тебе домой, то значит надо расследование провести. Ну, как-никак, детектив, знаешь, чтобы... Ну, как бы, чтоб все спокойно на районе у нас был. У нас же хороший район, да, тут? Да, без проблем. Я порядочный человек, не скрывать ничего. Вот, да, садись, да, вообще, садись. А ты, кстати, один тут дома живешь? Один? Да, я тут вообще один обитаю, тут никого со мной нету. Слушай, вообще никого. А что, дом у тебя такой, мать его, огромный? Я бы тебе тоже такой хотел. Как ты его... Где ты работаешь вообще? А я вообще работаю на стройке, короче, стоим большой Москву Сити, понимаешь? А что там, прораб какой-то, генеральный директор не мог? Я вообще самый главный там, понимаешь, мама текли. Извини, такой за вопрос такой, личного характера. А зуб твой, где зуб твой? Вот передний. Куда я тебе говорю, мы просто на стройке, мне монтировкой, как зарядили такой, ща! Вот так вот и, короче, просрал свой зуб. Да ладно, прям монтировкой так? Да, вот прямо так вылетел, короче. Ну слушай, не знаю, спрашивал, у тебя сигары случайно другой нет, вот жжется как-то, слишком жжется. Я тебе говорю, я порядочный человек, я такого не употребляю, ваши сигары, да нет. Чё ты, ладно.
Ладно, ну ничего у тебя, наверное, интереса нету, поэтому я пойду. Да заходи вообще в любое время, братан, я только за, как бы понимаешь. Слушай, у меня вопрос возник. А почему у тебя везде в холодильнике, в шухлядках у тебя только хлеб? Алло, братан, это не хлеб, я тебе говорю, мамой клянусь. А в смысле не хлеб? А чё это на столе лежит? Это чё, не хлеб? Это лаваш. А, точно, надо было самому допереть. Ну, вы же там все лаваш, да, любите? Да-да-да, я тебе говорю, лаваш, только лаваш, хлеб это такое. Лаваш, то есть ты шавуху, да, умеешь делать, наверное? Да никакую я шавуху не делаю, я тебе говорю, шавуху, конечно, мои братаны любят, но я таким не занимаюсь. А, то есть у вас дома никто вообще шавуху не делает, ты хоть сказать, да? Я тут дома один живу, как кто тут может делать? А, не спалился, не спалился, молодец. То есть один, да, тут живешь, один, можно так сказать. Один, вообще. Я тебе говорил изначально, я тут один обитаю. А с братанами своими не тусуешь тут в доме? Ну, у меня есть один братан, кама пуля шан, он... Сам с тобой живет, да, ну хорошо. Не со мной жжет, не со мной, он просто приезжает в гости. Ёханый бабай, как жжется. Ладно, неважно. Слышь, брат, мам, как, неважно. Ашот, брату. Чё у тебя лаваш по дому везде разбросан? Там лаваш, сям лаваш, не могу понять. Да это просто этот кама пуля ща, короче, заехал, выбросил, всё, я тут тебя убираю, понимаешь? Времени нету, не успел убрать всё. Везде лаваш, там лаваш. Слышь, а чё у тебя так шмоток много? Баби какие-то шмотки, шарфы какие-то, я вижу тут в прихожей вообще 4 шляпы. Чё, как я тебе говорю, я генеральный директор Moscow City, я вообще красивый, ты посмотри на мой великолепные зубы. Это я вижу золотой у тебя ремень вообще. Да, ну, да, да, я вообще супер крутой чувак. Спортивка Adidas, я тут даже не спорю вообще. Вот все бабы, понимаешь, все бабы мои, они просто приходят ко мне сразу на колени. Да ладно, прям все. Да, вот так вот, короче, мы живем вот тут, брат, учись. Ну, хорошо. Ладно, пойдем. А пойдем, вообще. Что такое, брат, тебе плохо, тебе помочь? Слышишь, давай я тебе какое-то дыхание сделаю. Так, пошел, сраку, мальчик. Я говорю... Я не знаю, спрашивал, у тебя сигары случайно нету, а то у меня вот это какая-то слишком жжется. Слышишь, ты брат, ты как бы, да, понимаешь, ты мой брат, я тебе мамой клянусь, я такого не употребляю, честно тебе говорю. Прям не употребляешь вообще, ноль, да? Ты понимаешь, там, где я живу, живут по понятиям, такого мы не делаем. Конечно, понятие шашлык да лаваш, знаю я ваши понятия. Ладно, идем сюда, в общем. А чё у вас за срач дома у тебя, эти ваши братвы? Братва же тут, да, в этом доме живёт, как я понимаю. Нет, братва не тут, я тебе говорю, ну а, ты что меня не слышишь? Да, да, я вижу, ты умный, не попадаешь на мои уловки, умный, дай пятюню. Это как? Да, пятюню, ну, рука об руку, пятюню дай. А, брат, у нас это по-другому называется, ну не переживай, давай. А как у вас называется? У нас там немножко по-другому называется, я такого тебе рассказывать не буду. Ой, ладно. Чё за срач у вас дома? Везде беспорядок, паутина, чё, ты вообще убираешься тут, камапули? Хорошо. Ну ты понимаешь, братан, ну большой дом, я не успеваю просто в каждой комнате и так бегают от лаваш. А зачем тебе такой огромный дом? Не могу понять, если тут сам... Ну я тебе говорю, а генеральный директор мне просто мой главный босс говорит, давай я тебе квартиру дам большую в Москве в центре. Вот он мне дал, и я тут теперь живу. Какая к черту Москва? Ты живешь? Ой, я перепутал, я тебе говорю, я, бля, просто Москва, это мой любимый город, так вот ты, хочу ты туда. В Жопосранске живешь, какая ну Москва? Вот хотели в Москве, отдали в Жопосранске, видишь, я вот сижу тут, короче, все разное. Да, не повезло тебе, брат, не повезло, как я понимаю. Да. А тут что-то есть интересное у тебя? Ой, да там вообще ничего интересного нет, братан, подумаешь, на первый этаж да, лаваш. Да нет, я какой, не хочу твой лаваш. Да, тут... Так, ёпты. Слышь, брат? Ай, кровати мои, короче, вот смотри, есть беленькая, черненькая, синенькая, любимая моя. Ой, паутине застрял, ничего, не переживай, все нормально. Слышь, брат, Ашот, подойди сюда. Ну. Чё-то мне так немного кажется, то, что ты меня немного, ну, тут дуришь, мать твою, собака. Немного дуришь, потому что я так вижу, ты не один тут живешь, тут 10 кроватей, как... Где братва твоя, пались давай. Да ты задолбал, я тебе говорю, короче, я с тебе говорю, ты посмотри на меня. Качок, просто красавец, самый любимый женщин. Все продумано наперед, понимаешь, кроватей много.
Девушек много, девушки приходят, я такой оп-оп-оп, вот тут такой подъезд сделал, оп-оп-оп, вот тут сделал, и потом все, они уходят. Прям кабель, даже спорить не буду. Дай пикюню, да. Я тоже в молодости любил такие пожалить, но я же детектив, мне такое нельзя, понимаешь? Все мозги должны быть сосредоточены на расследованиях, понимаешь? Брат, понимаю тебя, понимаю, мамой клянусь, понимаю. Это хорошо, маму лучше не трогай так часто, мама это святое. Мама, это святой, я тебе говорю, мамой клянусь. Нет, ты лучше там своим шашляком поклянись, маму лучше не трогай. Вот шашляком, давай шашляком поклянусь, шашляком клянусь. Вот, так больше верится, чем мамой. А, в общем, брат, Ашот, как тебя там? Да-да-да, меня Ашот зовут, давай. Че, подожди, ничего. Ты, брат, ты что, ты как? Да нормально, брат, просто... Говорю, у тебя сигары случайно нету, а то это жжется как-то слишком часто. Да ты задолбал, я тебе говорю, я порядочный человек, я таким занимаюсь. Ой, дрить колотить. Хорошо, просто с вкусом перца чили что-то жжется так, что, мать твою, еще умру. Что-то я не рассчитал, знаешь, перед серией. Ну да ладно, пошли сюда. Иди сюда. Ладно, брат Ашот, я тогда потопал. Ничего у вас тут интересного нету, ты зови, если шавуха появится, да, если шавуха появится. Я таким не занимаюсь, аж ты говорил. Я... Это все кама пуля ша. Ну ладно, я тогда пойду, наверное. Слышь, а шо, брат, шашлычный бок, а что тут, а что в этом в подвале у тебя тут не могу появиться? Слышишь, у меня тут в подвале нету ничего, я тебе говорю. Вообще нет ничего, а ну покажи. Тут вообще ничего нету, где ты тут что-то увидела? Женщины не понимают, что ты говоришь. Слышь, мать, я детектив, отойди оттуда. Отойди. Откуда отойди? Я не понимаю, что ты говоришь. Да я даже ничего делать не буду, я просто выясню, что у тебя там. Подожди. Что такое? Подожди. Слышу, пахнет свежим лавашом, помидорами, майонезом, курочкой. И огурчиками. Признавайся, мать твою, брат Ашот, что у тебя там за этой дверью? Признавайся! Да я тебе говорю, это всё... Признавайся давай! Что у тебя там за этой дверью? А ну открыл быстро, собака. Вот это, шашлычная. Открывай! Открывай! Слышь, братан, давай мы без этого обойдемся, давай ты не будешь. Слышь, брат, я сейчас свой ствол достану и потом скажешь... Ладно, заходи. Трусы не хочется снимать, чтобы ствол тебе свой показывать. Пошли, давай. Иди сюда, ну, брат. Расчинец, конечно, я тебе так скажу. Слышь, я тебя закрою за вот это обзывательство, оскорбление. Да я пощутил. Все, блин. Я что, сигара да, упала из-за... Чё, мать твою... Шавуха! Я ж говорил, ты тут шавухой нахрен торгуешь! А ты мне говорил, нету тут никого! А это чё, весь склад шавухи в подвале! Да слышь, это не моё, я вообще не знаю, что это такое! О, господи, сколько много шавухи-то! Во всех холодильниках шавуха, на полках шавуха, везде шавуха! Это в смысле не твоё, если тут сам живёшь, если генеральный директор, а? Закинули, говорю, закинули! Ой, пардон. В смысле, закинули? А это чей? А, ну раз закинули, хорошо, тогда я все это нахрен конфискую, и это все мое тогда будет. Раз закинули. Слышишь, давай, не надо этого делать, пожалуйста, я тебя умоляю, братан, я тебя прошу. А что тогда? Если это не твое, что тогда? Что тогда? Слышишь, это не мое, но не бери, пожалуйста, оставь на месте. Так если это не твое, тогда я могу забрать шавуха, у меня дома карточка нет. Ну тогда приставайся, давай, лавашный бог, что это за хрень, а? Слышишь, брат, ты понимаешь, я сюда переехал, в жопу сранский тут, я торгую шаверми, понимаешь? Это мой главный бизнес, мои главные деньги, я помру с голоду, братан, пожалуйста, положи. То есть это... А, то есть, вот ты поднялся на шавухе, то есть, подпольный бизнес, шавухой, да, торгуешь, толкаешь? То есть... Слышишь, братан, да, ну я не могу по-другому, понимаешь? Вся шавуха в Жапосранске, значит, твоя, да? Это все твоих рук дело, да? Да, брат, это мое все. А шо, брат, как ты мог мне врать, что ты мне сразу не сказал? Слышишь, братан, ну ты понимаешь, я тут только на эту шавуху выживаю, ну положи на место, пожалуйста. Слышь, брат... Ты тут мне врешь, поэтому я или закрываю твою вот эту шарашкину контору, или мы с тобой делим 50 на 50, тут уже сам решай.
Слышишь, давай договоримся, пожалуйста, оставь шаверму. Давай договоримся, просто сами пидем станция, ревизора, твою мать. У вас тут жопа как грязно, поэтому я забираю 50% вашей продукции и не сажаю тебя в тюрягу, Ашот, брат. Так слышишь, что... давай ты получишь, пожалуйста, не надо этого делать, я тебя прощу, это единственная моя шашава, это моя любовь, понимаешь? Я даже не спорю, Ашот, но ты понимаешь, или ты мне даешь 50%, или я, мать, тебя сажаю, понимаешь, в тюрягу. Слышишь, ты детектив, ты чё тут мне свои понятия заясняешь? Ты знаешь, как бы нам, типа, у нас на родине, чтоб с тобой сделали? Ты вообще знаешь, как мы... Слышь, ты, лысый, беззубый, мать твою, так ты не у себя на родине, ты уже по-срански, а я самый великий детектив в мире, Эдуардо Перециан, я тебя посажу ща нахрен. Если... Слышь, ты, я тебя воткну вас, и ты говорю, воткну, если так будешь говорить со мной, ты понял? Ты чё охренел, мать твою, со мной так разговаривай. Ты мне, ты чё тут смеёшься, да чё ты рассказываешь мне тут, а? Слышь, я тебе говорю, мы с братанами проедем тебя пощатаем, воткнём вас, а! А, то есть ты мне угрожаешь, мать твою, да? Слышишь, положи быстро шаверму, тебе... Я бы тебе сказал, что было тебе, но это не буду говорить. Слышь, а шот, брат, мне чё... Дико хреново, брат, не брат ты мне больше, собака сутулая. Слышь, чё, ты пошулись да... мы квартиры, я тебе говорю, фу. Чё тебе дико сейчас повезло, на самом деле, потому что я разговаривать даже не могу, этот сигара с перцем чили. Вот ты пошёл отсюда нафиг, пошёл от моей шавермы, слышь, ты пришёл с твоим понятием. Да, открывай свою лабуду вот эту, открывай. Пошёл вон отсюда, пошёл, я тебе... Слышь, ты беззубая срань, ещё одно слово скажешь, я тебе ещё один зуб... Хорошо, ща я немного подлечусь, пойду домой, молочка выпью и жопа тебе, Ашот, брат. И я приду и раскидаю тебя по понятиям, понимаешь? Если... Слышишь, моя братва приедет, воткнут, я тебе говорю, предупреждаю тебя. А мне твоя братва воткнет, ты вообще знаешь, кто я такой, а? Знаешь? Слышишь, ты детектив, ты не знаешь, кто такая моя братва. Жопа тебе, короче. Хорошо, я сейчас эту сигару... Мать его, выброшу. Я вернусь. Ашот, брат, ты тут последний день живешь, и вся твоя шавуха моей станет, поэтому fuck you, bitch, носи кирпич. Хорошо, ща я вернусь. Хорошо, дебил, кусок. Надо чего другую сигару купить, тут жесть какая-то вонючая. Жжет, я чуть не умер три раза за эту серию. Хорошо, Ашот, брат, хорошо, мы с тобой еще разберемся. На кого он свои волосатые ручки поднял, он даже не представляет. Вот так молочко надо выпить. О, как, кстати. Я этому дебилу шавуху не вернул. А, кстати, может попробовать, может вкусная шавуха. Так, правила этикета. Сейчас, я попробую, чтобы вы не видели. Охрененная шавуха, а шот, брат, вообще... Золотые руки просто, чувак. Жалко, что мне придется его посадить. Ядрить, колотить. Короче, ладно. Эй, слышь! Слышь, алло! Кого, мать твою? Детектив! Слышь, детектив, жопа тебе пришла, понял ты?